В Европе состоялись первые товарищеские матчи календарного года. Один из центральных поединков прошел в Дортмунде, где сборная Германии сыграла в ничью с итальянцами 1-1. Аргентина Лионеля Месси обыграла Португалию Криштиану Роналду 2-1. Голландцы на голову были выше австрийцев, выиграв со счетом 3-1. Родоначальники футбола англичане в гостях обыграли датчан 2-1. А франко-бразильское противостояние вновь закончилось победой европейцев. Подробности этого матча в нашем сюжете. Сборная Франции по футболу вновь оказалась сильнее бразильцев. Товарищеская игра между этими командами состоялась в пригороде Парижа Сен-Дени, на том самом стадионе, на котором французы стали чемпионами мира в 1998 году, обыграв в финале Бразилию. Несмотря на товарищеский статус, игра получилась напряженной и запомнилась также удалением с поля. Бразилец Эрнанес получил красную карточку за грубый прием против Карима Бензема. Я согласен, для товарищеского матча это был очень грубый прием. Эрнанес просто не видел соперника, но это его не оправдывает. После удаления игра пошла под диктовку европейцев, а единственный гол во встрече был забит на 54-й минуте. Его автором стал пострадавший ранее Бензема. Я очень доволен и результатом, и игрой, которую продемонстрировала моя команда. Конечно, то, что мы были в большинстве, сыграло нам на руку, но это не умаляет заслуги моей команды. Еще в одном противостоянии Европы и Южной Америки встречали сборные Испании и Колумбии. В этой игре было также зафиксировано минимальное преимущество представителей Старого Света. За 5 минут до окончания встречи победный для испанцев гол забил Давид Сильва, вышедший на замену во втором тайме. Нападающий Манчестер Сити отличился после паса с правого фланга Хесуса Наваса. По ходу встречи опасные моменты возникали и у других игроков «Красной Фурии». Однако гол Сильва оказался единственным в матче. Нана Небьеридзе, Торнике Шенгелия, канал ПИК.